Всем привет, друзья! Ужин! На ужин пшённая каша с маслицем, с черным перцем для вкусу и урумату. Перемешаем. Блин! И вот такие бутербродики. Сосиска, майонез и хлеб. Кашу только-только сварил, еще горячая. У меня уже на канале за 2 косаря переводила. На основном канале. Значит, буду скоро запускать стрим. Вот не знаю, когда. Еще не решил. Сосиска вот такая вот, баварская с сыром. Сегодня 2-й выходной, завтра на работу. Вообще неохота. Хлеб с семечками. Очень вкусный. Вот такой вот. Вот семечка. Ржаной. От компании Смак. Хлеб такой.
самая лучшая работа в мире. Это наесть на камеру. Это самое лучшее. Платили бы за это деньги, а? Монетизацию я так и не могу подключить. Не получается. Так бы, если подключил, уже с двух каналов бы щелкал. Там деньги небольшие, но все равно стимулирует очень хорошо. Стимулирует и мотивирует, чтобы делать лучше контент, развиваться. Пилить разные влоги, не только обзор. А так все грустно. Ну как, не все грустно, конечно. Когда ешь, не грустно. Когда ешь, хорошо, приятно. Когда есть, что поесть. Когда нету, или там на диете там, это грустно, очень. С хлебом как удобно, да, подбирать с тарелки остатки, которые всегда сладкие. Пшенка вообще сытная. Особенно если сравнивать с лапшой, макаронами, пастами, то макарон бы я съел гораздо больше, чем пшенки. Ну, такой вот ужин, я считаю, был просто на высоте.